кадрового регистра. То есть что это такое? То есть это в электронном виде, в цифровом виде у нас будут все сотрудники, включая медицинские сотрудники, это врачи и средний медицинский персонал. У каждого, в центральных районных больницах, во всех лечебных учреждениях, у каждого на рабочем столе будет вот эта часть как бы этой программы, в той части, которая их касается. Допустим, решили в центральной районной больнице из Науры взять кого-то на работу, то есть они вводят информацию, что вот такое предлагают, информацию смотрит начальник отдела кадров Минздрава и дает как бы добро, чтобы проверять, юридически проверять, если там какие-нибудь нарушения, нет нарушений, все пропускают, это идет. То есть онлайн мы будем видеть все перемещения. И по любому врачу, то есть когда родился, где учился, когда необходимо пройти дополнительное обучение. Вот такого кадрового регистра он был, потом, к сожалению, он, так сказать, из-за того, что он какой-то нюанс был с электричеством,